Сиськи, жопы и даже молодость больше не работают на богатых мужчин. Я провела опрос среди 45 предпринимателей, где спросила, что они считают самым привлекательным в женщине. Результаты меня просто шокировали. Абсолютно все мужчины, кроме одного, заявили, что самым привлекательным они считают психологическую зрелость женщины. Оказалось, что мужчины в женщине ищут поддержку. Они ищут ту, которая сможет преодолеть вместе с ними кризис, оставаясь при этом эмоционально стабильной и спокойной. Сильным мужчинам нужна глубина мышления, нужна та девушка, которая сможет расширять картину мира мужчины, помогая ему добывать все больше и больше ресурсов. Я искренне считаю, что это главный навык, который нужен каждой современной женщине. Сиськи, жопы, говорит. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я, говорит, у 45 предпринимателей-бизнесменов, говорит, проводила опрос. Зашла на продуктовый рынок, ребят, Ашот, Мага, Вазген, Семен Петрович. У всех предпринимателей сделала опрос, ребята. А скажите, пожалуйста, уберите хурму, я покупать не буду. Как вы думаете, на какие критерии сейчас будут больше клевать бизнесмены? Вот вы как бизнесмен, вот вы продаете хурму и виноград уже 14 лет на этом рынке. Скажите, пожалуйста, как вы находите чаечек психологически развитых? Ответьте, пожалуйста, микрофон в руке, ну, воображение включаем, да? О, спасибо, спасибо вам за ответ. Следующий бизнесмен. Мага, привет, как дела? Расскажи, пожалуйста, ты продаешь свинину уже 8 лет на рынке. У тебя большой опыт в трейдинге. Фу ты, в продаже свинины. Скажи мне, пожалуйста, как ты будешь реагировать на психологически подкованных чаечек? Ну и дальше вы поняли. То есть 45 по списочку, ребята. Я манею, ребята. Это же просто изумительно. Во-первых, ребята, для вновь прибывших комрадов, для тех, кто подписался только на наш канал, напомню, что у нас действует акция 3 курса по цене одного. То есть вы проходите на мой сайт, ссылочка есть в описании, закрепленном комментарии. Берете курс «Как взаимодействовать с женщиной без потерь» на 5 часов в видеоформате и попутно цепляете себе еще 2 курса, любых курсика, каких захотите, на выбор, ребята. Ссылочки все есть внизу, там проходите, ознакомьтесь, там все понятно просто. Зашли, выбрали, кнопочка «Связь со мной», написали, получили 3 курса в течение минуты. Ребята, хочу вас спросить, собственно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что конкретно для вас играет приоритетным критерием в знакомстве и времяпрепровождении, а в дальнейшем, возможно, и в отношениях, в чаечках. Психологическая подкованность или сиськи и жопы. Что вам больше, так скажем, импонирует, ребят? У нас сейчас чаечки очень подкованные психологически, да, ребята. ТикТок работает круглосуточно, да. Они пошли. Раньше в институт чаечки ходили, ребята, образование получать. Сейчас ТикТок пошла. 44 минуты посидела, уже первый курс закончила, ребята. Ну, примерно вот так вот. Давайте следующую. Сейчас я затрону очень интимную тему, поэтому, кто к этому не готов, пожалуйста, пролистываем это видео. Почему женщинам гораздо сложнее ходить в туалет, нежели мужчинам? У меня вообще такое ощущение, что у нас женщин нормальный туалет только в месячные. Во все остальные дни мы в пролете. Ну, типа, мужчины действительно чаще, чем женщины, ходят в туалет по-большому. Лично меня удивляет и их регулярность хождения в туалет, и их быстрота хождения в туалет, и то, как они не могут прям стерпеть свое желание. Боже, я сама кринжу от того, что я эту тему поднимаю, но я ее не могу не поднять. На что там? Реально как-то по-другому все устроено. И те, кто говорит, что это зависит как-то от питания, ну нет. Возьмем непосредственно пример мужчины, с которым я живу. Но независимо от того, что он ест, он ходит в туалет каждый день практически в одно и то же время. Сладкое, соленое, тяжелое мясо, не тяжелое, жареное, не жареное, без разницы. А я, если я съем кусок свинины, извините меня, я забуду за туалет на дня 3-4. После родов это еще как-то особенным образом на меня повлияло, и это стало еще хуже. То есть у меня лично бывает так, что какой-то позыв пойти в туалет, он есть, я иду, и я могу просидеть 20-30 минут, и
не сходить. И нет, это не потому, что у меня забор. Я встану, потом похожу, где-то полчасика, часик, опять почувствовав позыв, пойду в туалет, и я уже смогу сходить по-нормальному. Но вот так вот, чтобы просто, как вот у мужчин это бывает, ну, очень редко так бывает у меня. Как будто из-за того, что у мужчин этих дней нет, они очищаются каждый день, а мы раз в месяц. Я тебе так, чаечка, скажу. Чистая совесть, регулярный стул. Подумай над этим. У меня только один вопрос, ребята, зачем? Вот зачем вот это все рассказывать в интернете? Как кто там какает, не какает, там вот это. Кстати, вот по-любому ж, я кто-то узнает там, да, знает, и знает ее мужа. Муж на работу приходит там или в подъезд заходит. О, привет, молодец, какаешь регулярно, дай пять, да, хопа. Зачем? Зачем ты об этом рассказываешь в интернете? Для чего? Что ты пытаешься? Какую ты цель преследуешь? Зачем ты это делаешь? Ну ладно, там еще там в личностные отношения, там психология, там типа там недопонимание у них там и так далее. Зачем вы рассказываете, как вы срете? Ну так тогда показывайте уже, ё-моё, ну что ты? Взрослые люди рассказывают об этом. Чаечка, ну давай разбираться, слушай, ну... Я не понимаю, почему ты за всех мужчин, говорит, ты что, со всеми что ли была или что? Со всеми мужчинами ты знаешь, да? Ну ладно, там у мужа у тебя все регулярно. Ты понимаешь, что это зависит исключительно, я подчеркиваю, исключительно, индивидуально от организма. И неважно, он женский или мужской, это зависит от человека. От многих факторов, от его желудка, от его настроения, даже от его ментального состояния. Есть, бывает, на... нервной почве, у людей запоры, либо диареи, еще там куча-куча разных проблем. Это бывает. Просто, допустим, от нервного возбуждения, от тревожных расстройств, от неправильного потребления пищи и самой пищи плохого качества. От неправильного потребления именно, вот, допустим, там ты какие-то продукты неправильно потребляешь, там, неправильно их обрабатываешь. Там просто факторов, я не знаю, там тысячи просто их. Нет, все мужики срут регулярно. Я стесняюсь, это как бы комплимент сейчас, или мне радоваться, или плакать, или это как вообще понять, это хорошо? Ну, наверное, хорошо, потому что, наверное, хорошо, раз чаечка ходит, мучает, и себя, и дырочку, да, называется, ё-моё. В общем, ребята, пишите в комментариях, регулярно ли у вас, ну, коли тема такая пошла-то, ёханый бабай, нормально ли это или ненормально? Рассказывать об этом в интернете. Слов нету просто. Ну ладно, все это фигня. Пишите свои комментарии, ребята, кому интересна акция «Три курса по цене одного». Конечно же, проходите на сайт, ребята, там все просто понятно. Посмотрели, выбрали, написали мне в личку. Вот, прекраснейшего вам дня, просто великолепного настроения, ребята, и... Обращайте внимание, ребята, с кем вы встречаетесь, потому что вот если вот, ну просто будут позорить вас на весь белый свет, как бы. Про вас будут все знать абсолютно. Как ты какаешь, куда ты писаешь, блин, и что ты делаешь вообще, ребята. Все твои привычки будут знать. Всем пока.